Быть здоровым – это модно, причем не только в России. Акцию под таким девизом поддержали 39 городов нашей страны и еще 5 государств. Инициатива подмосковного клуба «Ярополк» заключается в празднике для всех желающих и массовом обливании холодной водой в прямом эфире. В прошлом году Калининград подключился с территории Музея Мирового океана, а в этот раз эпицентром события стал остров Канта. Место очень особенное, оно подходит под масштаб этой акции, поэтому спасибо большое Минкульту и администрации собора за то, что предоставили нам это место. Особенность его еще в том, что оно туристическое. Прямо сейчас тут ходит много туристов, которые наблюдают за этим всем и также могут и присоединиться. Помимо, собственно, водных процедур, всех гостей праздника ждал активность от Балтийского отдельного казачьего округа. Лучный тур, обогреваемая палатка МЧС и многое другое. Опрокинуть на себя ведра белого, синего и красного цветов с февральской бодрящей ледяной водой вместе со всей страной в Калининграде отважились 90 человек. Якорным активом стали любители закаливания и зимнего плавания из профильной областной спортивной федерации, а также специализированных клубов «Янтарные моржи» и «Балтийские моржи». Считается, что для получения оздоровительного эффекта погружаться в ледяную воду или обливаться таковой необходимо не менее 3 раз в неделю. Закаливание дает нам энергию на целый год вперед. Мы за зиму настолько набираемся энергии, что нам хватает до следующей зимы. Поэтому закаливание – это хорошо, это здорово. И всем советую это делать. Закаливание – это получение заряда энергии. И тебе потом хватает и на домашние дела, и на общественную работу, и даже просто на работу хватает. Закаливание – это супер. Всем рекомендую.